Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Red Magic S9 Pro. И сейчас я покажу вам, как включить или выключить режим энергосбережения. Так, свайпаем вниз, ищем здесь режим энергосбережения. Если его здесь нет, нажимаем на карандашик, проходим вниз, ищем его уже тут, переносим вверх, возвращаемся. Находим и, нажимая на данный значок, можем включать и выключать режим энергосбережения. Если мы зажмем на нем пальчик, перейдем в настройки, где мы можем включать его автоматически, выбрать здесь процент, при котором он будет включаться автоматически. Также может отключаться автоматически при 90%. Вот. И также мы можем, сейчас я его отключу, можем здесь настроить некоторые функции, например, отключить от сети 5G, ограничить передачу данных, уменьшить частоту обновления экрана. Вот. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.